Цифра 4. Сегодня одна главная тема урока. Мальчик пока плохо говорит, но любит считать и рисовать. Карандаш держит уверенно, своенравный. Чужаков не любит, но это вопрос привычки. Вот он, провозглашенный журналистами ребенок, который ходит на четвереньках. Новость о диковинке из Адоева – главная тема многих федеральных СМИ. Мать называла сына собачкой, который будет лаять, и держала его на привязи, пишут на сайтах. Мальчик не умеет гавкать, он умеет делать аппликации. Вот это аппликация, Кирюша, что это за аппликация? Что мы с тобой делали? Цветы. Это цветы. Мы украшали что? Платочек. Для кого? А маме. Для мамы. Когда мальчику не было и года, по личному заявлению матери, его поместили в тульский дом ребенка. Потом она его забрала, но семья уже была под патронажем органов опеки. С мамой ребенок прожил 5 лет. В прошлом году было решено его забрать. Причина – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 6-летний мальчуган попал в Адоевский реабилитационный центр. Поступил к нам в удовлетворительном состоянии. Следов физического насилия, побоев абсолютно не было никаких. Просто педагогически запущенный ребенок. Он общался с детьми своего возраста нормально, но у него бывали вспышки неудовольствия. Он не гавкал, он говорит членораздельно. Ну, какие-то слова не выговаривает, какие-то звуки. Шестиразовое питание, занятия, прогулки, игры. Весь день ребенок находится под присмотром воспитателей и психологов. Мать навещает. Вот и сегодня пришла. Дело о лишении ее родительских прав сейчас находится в прокуратуре. Психиатрическую проверку она уже прошла. По неподтвержденной информации вердикт вменяемо. Сейчас она безработная. Уверяет, что сына любит. Но на вопрос, почему младенцем отдала его в дом ребенка, толком не отвечает. Я отдала по семейным обстоятельствам. А почему потом вернули? Потому что ребенка люблю. Хотите забрать ребенка? Некуда. А хотите? Как вы думаете? Вы мне не отвечаете. Естественно, заберу ребенка, но пока некуда. Если ее лишат родительских прав, ребенку будут искать приемную семью. Не найдут, начнется путешествие по детским домам. В то, что мать изменится, мало кто верит. Без камеры ее называют лентяйкой. А мальчик просто радуется каждому маминому приходу. 1 сентября ребенок должен пойти в первый класс. Поэтому сейчас все разговоры о покупке нового рюкзака и почему-то мороженого. А еще надо успеть выучить цифры 5, 6, 7. Цифру 4 он уже знает. Лена Кирьянова, Роман Цюкин, ТВ-центр Тула.